движении WorldSkills Russia наш регион участвует с 2013 года. Ежегодно на площадках ульяновских вузов и СУЗов студенты и специалисты соревнуются в профмастерстве сразу по нескольким мероприятиям. В фармацевтическом колледже, например, прошли состязания студентов по медицинскому, педагогическому и спортивным направлениям. Для ребят участие в чемпионате открывает много возможностей. Мы все равно последний год учимся. Нам нужно как-то больше развиваться и знать, когда мы придем на рабочее место, как там и что делается. Плюс также, если участвуешь в конкурсе, там дают баллы на ЕГЭ, дальше поступать – это хороший плюс будет. В условиях, приближенных к реальным рабочим, педагоги проводят уроки. Медсестры осматривают пациентов, лаборанты изучают материал для анализа. Медицинские специальности требуют огромной точности и внимательности от участников. В это время члены комиссии оценивают их работы. Бальная система оценок обязывает конкурсантов детально и старательно выполнять свои задания. Проверяющие замечают все до мелочей, ведь из них складывается мастерство будущего профессионала. Критерии у нас объективные, то есть действительно выполнение алгоритма действий конкретных, и также оценивается, то есть вид работы, приготовление рабочего места, выполнение исследования и завершение работы. Всего участниками конкурсных испытаний станут более 150 студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования региона. Лучшие из них поедут в Москву соревноваться в финальном этапе чемпионата. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.